Ежедневные рейсы Аэрофлота на Камчатку сохранятся. Более того, количество перелетов по плоским тарифам увеличится на 10% за счет самолетов авиакомпании «Россия». В этом депутата Госдумы Ирину Яровую заверил гендиректор Аэрофлота Виталий Савельев. Накануне парламентарий встретилась с главой компании-перевозчика, чтобы разобраться в ситуации, взволновавшей камчатцев. Речь идет о сообщениях, что Аэрофлот решил отдать камчатское направление своей дочке России. По словам Савельева, стоимость перелета Аэрофлотом из Петропавловска в Москву и обратно сохранится на уровне 25 тысяч, а на самолетах России 22 тысячи рублей. Беседа Яровой с Савельевым привела к тому, что Камчатка осталась единственным дальневосточным регионом, где Аэрофлот полностью сохранил свои рейсы, заявили в пресс-службе политика. Подробности читайте на сайте city41.ru.